Всем привет! Разборки в Гонконге продолжаются. А на улице хорошая погода, значит... Давай заскочим. На какой-нибудь задание называться «Плохая примета». Бэй, рады видеть. Молодец, что пришел. Хочешь чаю? Выпей со мной чай. Спасибо. Кажется, жирный Цао, выбранный временным руководителем, очень доволен своим новым положением. Я слышал, он уже планирует закрепить за собой это место навсегда, если Джек Ли... Ли вряд ли позволит. Этого не должно случиться. Жирный должен уйти. Но его нельзя смещать силой. Он должен уйти добровольно. После чего пройдут выборы. С чему ему уходить? Жирный любит героин. Пока он себя еще контролирует, но любой поклонник такие удовольствия и постоянно ходит по краю пропасти. Я договорился, что качество его товара повысится, и теперь тебе остается только слегка подтолкнуть его. Ладно, как? Он очень суверенный человек. Он помешан на фэншуе. И все боится, что ему что-нибудь принесет неудачу. А постарайся, чтобы у него неудача как можно скорее настала. В его суевериях. Интересно. Это ты? Там все занял, пространство. Нельзя в частный район. Я с тебя тут быстренько напугаем. You know what I mean? Чуть под колеса не прыгнули. О, двигатель завелся. Goodbye, Mr. Chow. Have a nice day. Right on schedule. Usually goes gambling at this time. Two Chin loses money fast. We better hurry up. How we can do that gate? We'll find a way in. Как-то надо пройти через эти ворота. Попасть в частный район. А, на алтарь нашел. На кого-то походит. На кого-то актера. Что вы тут делаете? Я сейчас, говорит, полицию вызову. Использую интерком, чтобы проникнуть в здание. А, надо позвонить. Кто там? Это я. Доставка еды. Ты что бегаешь по креслам? Чё-то никого. Везде пусто. Где охранника пропустить вас? И найди особняк жирного. Где какой-то охранник? Никого нету. Одного охранника прошел. You never heard of a grand massage? Like a real one. Так, стой, тут какая-то дверка. Что ты тут делаешь? А я тут посылку доставляю. Видишь, у меня какая огромная посылка.
Коробка метр на метр. Надо пройти через эти ворота. Нужно найти как-то способ пробраться. А вот я уже и забрался. Тут фонтанчик бурлит. С ноги. Немножко громко получилось. В следующий раз на глушитель поставить. Чё он там не идет? Чик. Давай быстрей, а то охранник увидит. О, смотри, какое тут место крутое. Наверное, тут бешеных денег все это стоит барахло. Интересно, эта хрень закрыта. Как статуэтку взять? Никакого ключика нету. Ой! Ой! Сломалась. Наверное, дорогущая ваза. Вот еще одна. Нечаянно упала. Может, тут шкаф открывается секретный. Украсть счастливый талисман. А вот и появилась. Что такое? Промазал. Легко и просто. Вот он. Статуэтка. У меня статуэтка. Пошли отсюда. Шесть метров. Чё там? А куда наверх делись? Я не вижу. А вон лесенка же. Вот же она. На, он тебе еще немного мусора. Кому дубинка? Чё там? Переведи часы в кухню, чтобы они показывали 3/4. Где часы? Сейчас быстренько настрою. Поверни рояль. Чё, зачем мне рояль поворачивать? Напряг. Оп. Чуть кнопки не выпали. Да, конечно, он подумал же на привидение. Дзинь-дзинь. Эй, это вы? Кто там вообще дома есть? Откройте дверь. Там полиция.
Надо оставаться в укрытии, пока он не уйдет. Тут кто-нибудь есть? Да, тут есть привидение. Что такое? Ничего не заподозрили? Все, теперь надо вылазить. А, камера! Похоже, нас снимали. Надо, наверное, камеру разбить. Взломать. А, нет, дурацкие коды. Один, два, три. Как-то сломал настройки, угадал. 0, 1, 2, нет, тут значит 4, 5, 6. 5, 6 нету. Давай сюда 4. 7, 8. Сюда 9. Сюда 7. Все, камера больше не работала. Это что? Что случилось? Как вы допустили? Все отсюда убирайтесь. А мне нужно подумать. Охранник оставил тачку, надо ее угнать. Где она? Это маленькая. Мы же сюда не залезем. Успел? Пока тут закрутил в машину. Супер поворот. Оба! Какого хрена? Стой. А где выезд? На, ворота открыть. А, сюда можно зайти, но тут ни хрена нет. Нужно покинуть. Ага. Тут не забраться, там не выбраться. Мне кажется, надо выше заехать. Ну, тут маленький бордюр. Зачем вообще машина? Можно же без нее. Все готово. Отлично поработали.
Увидимся позже. Четко сработано. У 5500 всего. Меньше вроде не видел. Hello. Вэй. Вэй. Миссис Дзен, как поживаете? Дядюшка Пол мертв. Мы готовимся к похоронам. Сложно, да. Yes. Я буду на связи. I'll be in touch. Of course. Whatever you need. Само собой. Интересно, а чё он вдруг решил не выжить? Hey, it's Wei. I need a car. A car? Давай мне мою супер-пуперную, самую быстро стартующую машину. Ты поцарапал? Вон царапина, я вижу. Okay. Тут еще игрушка Тана. Давай сюда запрыгнем. Все равно рядом. Надо помочь. Who are you? Dr. Tang. I build tech for the Sun on Yi. I'm trying out a new tracking device. Can you give me a hand? Я какое-то тут устройство испытываю. Можешь мне помочь? Yeah, no need to carry anything that will get you arrested. You just drop in wherever you are and pick it up where you need it. Сядьте в фургон. О, фургончик. Следуй за сигналом маяка, держись к нему как можно ближе. Брысь дороги! Супердрифт. А вроде простенькое задание. Стой. А как-то она что-то непонятно. То быстро движется, то медленно. Может, она вообще не зависит от моего движения. Главное ехать, успевать. О, по фонтанам. Эй, эта штуковина. Не сбиваться. Надо позвонить и сообщить. Доктор Tang, I followed the package. The transmitter stopped moving. Excellent. Thanks, Wei. This show our attack could really work. Костюм туриста. Что за такой интересный костюм? Hey, it's Wei. I need a car. A car? Такла! I'll be there right away. Да. Он чё все время удивляться? Заказываешь машину, он чё переспрашивает. А машина точно? Нефритовая статуэтка. Сколько там? Да не, километров. Ла, блин. Чё там много.
Давай еще задание, копа. Проехал по машине по своей же. Нужно встретиться с отрядом, который попал под огонь. Там где-то жесткая перестрелка. Хедшот. Хватайте! Вон чувак в красном. Нужно F удерживать. Ты арестован. Награды. Разыгранное ограбление 06. 20 тысяч сойдет. Может, что-нибудь пригодится подороже купить. Какую-нибудь одежду. Или транспорт. Way. I need a car. Sorry, I don't have any time. Чё? Чё? Он якобы не может? Или мне надо быть на дороге? Hey, it's Way. I need a car. A car? Так ла! Тут сработало. Значит, он по GPS ездит. И не может доставить машину, если далеко от дороги. Ох, какое ускорение. Кажется, у нее не только ускорение. Максималка вроде тоже у нее быстро. На чем ехать? Мотоцикл. Б. Класс. Заводите свои драндулеты. Она тоже не... Эта скамейка не разбилась. Только грохоток идет. Интересно, а в дебах он быстрее едет или нет? Как-то незаметно. Стой! Ты куда разогнался, бак? Чуть не выиграл. Ладно, его пихнул на повороте. Вверх. А давай посмотрим машины. Я ту самую дорогую здесь брал. Или нет?
Ну, точно, куплено. Остальные тут по 500, по 400. $249 в кармане. Мало монет. Конфликт лояльности. Мальцовский клуб. Что за бойцовский клуб? Новое зарево. Это так похоже, миссия на автомобиле будет. Нужно быстрее доехать, прежде чем банда из 18К приедет и все заберет. Брык. Нырнул. Они все-таки опередили. Догони и захвати у них машину. Да конечно. Варди вмазался. Да он на своем минивене быстрее, чем у меня машина едет. Дайте пушку. Улетели. Сейчас я тебе еще подсечку сделаю. Иди в канал. Тормози. Ах ты, зараза. С монтировкой. Надя, вертушка. Куда ты тут руки свои распускаешь? Положь монтировку. Быстренько уделал одной левой. Полицейские тут как тут. Да не на своих этих. На фургонах быстрее, чем я еду. Чё, я обгоняю даже. Всё. А, хорошо пока. Давай, отрыв. Ни хрена не получается. И чё это затаранивать? Может тут за угол удастся запрыгнуть.
потеряли. Сейчас я отъеду. Хрен ты найдешь. О, они уже здесь стоят. Чё взорвался? Да хрена их делать. Стрелять нечем. Единственное, только поранить. О, да, получилось. Да блин, эта сетка не сносится. Доступна Эми для DZS-90. Круиз-контроль. Давай посмотрим. Наши координаты загружены в твою машину, требовался твое присутствие. Приходи один. Нужно приехать в какое-то таинственное место. А что там такого в этом таинственном месте? GPS, ты куда тут херню показываешь? Надо на эту заехать. А это тоже... Это тоже туда показал. GPS-у нельзя верить, особенно в этой игре. Такую хрень показывал. Пол города придется объезжать. Оставайся в машине. Hey, are you controlling this thing? This thing's like remote control. Someone hacked the auto drive system. Похоже, кто-то машиной управляет. Она сама едет. The car's driving itself, Wei. It's programmed to get you to your destination safely. Why did it kick in now? It's запрограммировано, incoming threats, and чтобы безопасно довести тебя до точки. Free to... I've armed the guns remotely. They're ready to fire. Турели, чтобы открыть огонь из турели, удерживай, чтобы целиться. Ух ты, миниган. А, ни хрена. С миниганом. Отпрыгивай. О. Мощно. Stay steady. Надо по колесам стрелять. Перезарядка. Oh,
стену въехал. Двойной миниган. Это же просто круто. Одно нажатие и все. Одно нажатие и все скуркались. А быстрее заряжай. Они, пока заряжаешься, успевают догонять. Уже полгорода разнесли. Попускай. Ой, охренеть. Меня уже закоптилось. Давай, заряжай. Пока никого нету. Подлет. Ни хрена у них там банда. Сотни машин. Этот сам воткнулся куда-то в борт. Коптимся! Машина горит. Конечно, патроны, а толку? Пока никого нет, надо перезаряжать. Жесткая миссия. Чуть не раззалбили мою машину. Зарядка. Во. Вернули управление. Но также можно еще и пострелять. Такая машина Джеймс Бонда. Все. You should see the next thing I'm working on. I'm trying to put a GPS tracker into fake fingernails. Какой-то тут Эми. Выстрелы имеются. Миниганы имеются. А больше ничего не надо. До него дошло, что надо прыгнуть на землю. Крутой круиз-контроль. Открытые оружейные турели. Улучшение двигателя. Колеса покрасили. Они какие-то другие стали. Зеленые. И надписи... какие с неба. А сзади интересно какой-то светящийся этот бампер или что это такое? Фары? Нет, фары сверху. Так переливался. Погнали дальше.
Гонка за тангом. Wei, I need you to come pick me up. Wei, I programmed the destination into your GPS. Тра-та-та. Я настроил карту GPS. Направляйся к месту встречи. А по пути еще монет тут настричь. Подножка. Вот как капец. Как поворачивать, так сразу тут куча этих машин стоит на повороте. Эй, они, эти ублюдки похитили меня. Укатился. Багажник. Доставай турели. Может ему колеса прибить? How's your insurance, punk? Really? А, подожди. Там написано еще охранника. Jesus! Вот этого одного охранника. Все, теперь догнать и обезвредить. Опять эти мотоциклисты повалили. А как его обогнать? Догнать? Если он тут без охраны не ездит. Нужно его ЭМИ атакой раздолбить. Вылазь! Ух ты! Злодей! Получили? И что придумали? Пострелять они тут задумали. А эту штучку давай сюда. Машина вся дырявая. Открыто улучшение тарана. Для ДЗС-90. Теперь, наверное, там будет машина еще лучше таранить. Как дал. Тут, наверное, сразу закувыркаться. Статуэтка есть. Что еще? Сломанные детали. Давай заглянем рядышком. Едь быстрее. Сорвался. Или это от тарана взорвался, или непонятно от чего. You okay? There's something wrong with my motorcycle.
Что-то с мотоциклом не так, не знаю, в чем дело. Но что-то отломилось. И странный звук был. Можешь взглянуть, посмотреть, что с мотоциклом. Опять этот вор. И бегать за ним не надо. Бац, пристрелил. И готово. Делов-то на 3 секунды. А то бежать за ним там минут 5. Там еще статуэтка есть. А неплохо вообще-то там машина едет. Подрываться-то как бы здорово. Что-то мне кажется туда какой-то турбонадув, что ли, поставили. Как-то быстро стартовать стало. Надо бортануть кого-то. Один удар, машина загорелась, и все, и в канаву. Ни хрена, вот это жестко. Но они успевают выпрыгивать, водители. Ах, туда на машине не заехать. Ну, хотя постараться, то можно запрыгнуть. Где-то еще 3 статуэтки. Или я пропустил, или они еще будут там. Где-то по заданию. Ух ты. Удар пяткой с разворота. Разве у меня это и нету? Что-то подобное и было. Раз, два, три и четыре. А это то же самое, что и после 5. Только в другую сторону. Ух! Куда? Я тебя ногу выровняю. Сразу двоих. Быстренько. Нормальный приемчик. Удар пяткой в вас. Называется удар. Приемчик. Ну ладно. Давай на этом пока остановимся. А дальше интересней. Ну и как обычно, оставляйте свои комментарии. Ну и заходите во вкладку плейлисты, если не бывали там нечто посмотреть. На этом все. Всем пока. И до новых видео.